Всем привет, я Вероника, и в этом видео я покажу вам, как вырезаю снежинки из бумаги, так, чтобы они имели 6 лучей и цельную серединку. Желаю всем приятного просмотра. Лист бумаги формата А4 отрезаю так, чтобы получился квадрат. Полученный квадрат складываю по диагонали. Треугольник складываю пополам с небольшим смещением. Затем складываю боковые стороны треугольника вовнутрь под углом 30 градусов. Ту сторону, которая со смещением, складываю во вторую очередь, чтобы она оказалась наверху. Смещение должно выровняться. Угол должен получиться ровным. Все края должны быть на одном уровне. Отрезаю хвостик заготовки скошенным срезом. Самая длинная сторона – это лучик снежинки, сложенный вдоль пополам. Поэтому я всегда оставляю ее целой и не прорезаю в ней узоров. Сначала оформляю край снежинки и кончик лучика. Затем прорезаю узоры со стороны, противоположной лучику. Все узоры, вырезанные в сложенной таким образом снежинке, будут отзеркалены. Если я хочу вырезать сердечко или звездочку, или птичку, то вырезаю половину задуманного узора. Чаще всего делаю узоры просто произвольной формы. Главное, чтобы оставалось поменьше бумаги, тогда снежинка будет более ажурной. Ну и прорези должны быть не слишком большими. Уголок, самый кончик заготовки, никогда не срезаю, для того, чтобы серединка снежинки оставалась цельной. Настоящая снежинка образована из маленьких кристалликов льда. Эти кристаллики имеют форму шестигранников. Снежинка начинает формироваться с одного кристаллика, заложенного посередине. На него нарастают другие кристаллы. А так как сторон у них 6, то всегда снежинка имеет 6 лучей. Дальше показываю узоры на примере еще 7 снежинок.